Ой-ой, все 50-е левелы, боже. Может выйдем, ребят, тут еще два чела с одного клана, видите, гифр какой-то. Мы против клана играем. Надо выходить, ребят. Готовьтесь. Хорошая. Видите, смарт пистолы все. Это можно. Вообще капец. Давайте просто титанов тогда ждать и втроем высаживаться. Да, просто спина к спине, да, и ждем, пока у нас высадка титанов. Такие, да, вопли так, не подходи ко мне, не подходи ко мне. И гранатами, все. Да, тут, короче, увидишь, Никит, по центру такое высокое здание центральное, там на крышах всегда снайперят, снайперюги противные. Прыжок через три, две, одну, прыжок! Хорошо. Ой, я не могу, я такая сонная, мне кажется, он сейчас у меня даже не бегать будет, ну спринт у меня просто откажется, и он просто будет пешком ходить, позёвывать. Я, кстати, включил постоянный спринт, он ничего такой. Итак, это бой на экстрим. Можно хоть не, не заморачиваться шифтом. Я за автоматизм. Удачи. Так, я тоже... Есть! Как раз этого клана в целом. Противный смарт пистол. О! Я ж забыл совсем, у меня теперь есть револьвер. Вот он меня и убил с смарт пистолом, негодяй. Вот это чел из клана, я думал нормальный подольше. Не я, Армен, Армен, помоги мне! Дискорд, пиздец, Армен, помоги мне! Я тоже. Да. Есть, я вынесла, не меняет, подписал! Я не уважаю патронов игроков. Там готов. Внимание, титан будет готов через 30 секунд. Готовность титана через 15 секунд. 15 секунд, да? Есть! Есть, есть, я прям этого... ...ношу. Одна сила. Пока. 5 смарт пистол, слышу. Эй, ваш титан закончен, да, я прям его тоже слышу. Вот, а? Давайте, что с титанами у вас? Вызывай. Отправляю. Отдайте титана. Рядом со мной титан, да? А я черт. Поставляю управление пилоту. Где титан? Дайте мне. Внимание, засечен спуск титана противника. Классно, классно. Так, я вызвала. Я в титане. Тут еще у нас титан наш. О, да тут неплохо, в принципе, так-то. Да, мы опережаем АМС боец. Да, Никита, ты прям вот. У меня любимая тут забава кататься на бочке. О! Помощь, на помощь. Help me! Очень осторожно. Двигается. Помощь все еще нужна. А, фак, на мне сидят. Никита, не шевелись. Готов. Спасибо. Ай, кривой армян. О, господи! А-а-а! Ох, меня вынесло! Я катапульта вынесла! Не успела отлечь. Ой, пацана.
Боже, Армен, ты прекрасен. Так, Пилокс, ты говоришь, что я в третьем лице? Мы едва опережаем АМС-бой. Исход боя невозможно прошить. Рейтинг возрос. Превосходно. Мы еще больше оторвались от АМС. Отличная работа. Доступные дроны. Ядро рывка активировано. Статус. Увеличенная мощность. У меня проблемы. У всех проблемы. Союзный титан атакует вас. Сломать сектор. Ой, титан готов, ёпрстый, вот я маршу, капец. Так, отвлеките этому. Круговая мина. Сейчас кому-то будет больно. Внимание, титан будет готов. Перейти. Чёртовы снайперы. Там вот реально одна тварь на вышке засела. А, он сейчас вызвал титана себе. Титан готов? Давайте. Так точно, ожидайте титана. Мы все еще ведем, но АМС нас догоняет. Не дайте им вернуться в игру. Есть и близка к завершению, но АМС наступает на пятки. Нужно удержать преимущество и победить в бою. О боже, о боже. Господи, ну нифига тут мясо, да. Да. Отлично работа, все вы. Мне русские, да. Поддержку дали, хорошо. Вы достигли своей рейтинговой цели. Неплохо. Так, пожалуйста, не бивайте меня! А-а-а! Хорошо. Я все еще вижу пилота по АМС в зоне. Не дайте им добраться до высшей эвакуации. А, слушай, по одному, а по кругу. Прикольно, я и забыла это дело. Прибыл корабль противника. Уничтожьте его, пока АМС не сбежали. Вон они там лезут вообще прям. Молодцы. Good work. Что-то начал такой задорный, и потом... Да, вообще четко все было. Просто зашибись. Записываем. Главное, чтобы не зависло. Записывал так, да и все. Армен. Армен! Армен! Как Снейк.